the Donetsk musical. We had a beautiful program the other evening that was attended by around 400 people. На днях вечером у нас прошла очень хорошая программа, и у нас было где-то 400 зрителей. And we presented the theme of the magic of sound. Тема нашей программы была магия звука. Sound is actually the most powerful energy that we can come in contact with. На самом деле звук представляет собой самую могущественную сильную энергию. By hearing different types of sounds, the reality of our lives are affected in different ways. Когда мы с вами слушаем разные звуки, то эти звуки по-разному влияют на нас. So the ancient science of yoga and meditation from India teaches that if we hear transcendental sound, then our consciousness can become uplifted and we can become very, very happy and peaceful all the time. И древняя наука о йоге и медитации учит нас тому, что если мы слушаем трансцендентный звук, то это возвышает наше сознание и делает нас счастливыми. Well, the public, they participated in the program from beginning to the finish. А зрители на самом деле были активными участниками программы с самого начала до самого конца ее. It was not just philosophy, but it was an interactive program where we actually taught people mantras. Поскольку программа не носила такой, как сказать, характер пассивный, на самом деле это была интерактивная программа, и мы обучали людей разным мантрам. We began by teaching them the transcendental mantra Om. And then after that, we taught them other mantras as well. Мы начали с того, что обучили людей трансцендентной мантре Ом, и после чего мы научили также другим мантрам. And I'd ask the people in the audience, how do you feel after chanting that mantra? And everybody was saying, we feel like we're starting to experience a level of peace from within that we've been looking for everywhere, but we haven't been able to find. И я спросила аудитории, что они чувствуют после повторения этой мантры. Они сказали, что у нас ощущение такого умиротворения, покоя внутри, которое мы искали всю жизнь, но так и не могли найти. And then our program concluded in singing of the Maha Mantra, which is the Hare Krishna Mantra, and people were very satisfied. В заключении программы мы пели Маха Мантру, это Хари Кришна Мантра. Люди были очень довольны. Я думаю, что часть зрителей, по крайней мере, ну, в первую очередь, пришли для того, чтобы увидеть и услышать Говинду с вами. Личность очень известная. Me famous? Я знаменит. Я думаю, да. Каким образом я знаменит? I was born in Memphis, Tennessee. Я родился в Мемфисе, это штат Теннесси. And that was back in the 1950s. Это было 50-е годы. And Memphis, it was generating a lot of talent at that time. В то время в Мемфисе рождалось много талантов. My father, his name is Bob Neal. Моего отца звали Боб Нил. And he was an announcer on a local radio station in Memphis called WMPS. И он работал на местной радиостанции, которая называлась WMPS. And he had a friend whose name was Sam Phillips, who ran a little recording studio. У него был друг Сэм Филлипс, и у него была своя студия звукозаписи. And one day, one boy came in there and recorded a disc to give to his mom as the birthday gift. И однажды туда пришел один молодой человек, который принес запись, которую он посвятил своей маме. And so Sam said, Bob, you please play this on the radio. It's a disc by somebody named Elvis Presley. И Сэм сказал, пожалуйста, можешь поставить это на своем радио в передаче. Тут вот какой-то парень, который зовут Элвис Пресли, записал для своей мамы. And consequently, my dad became Elvis's first manager. Таким образом, мой отец стал первым менеджером Элвиса. And of all the kids in the family, I became like the favorite pet young brother of Elvis Presley. И среди всех детей нашей семьи я стал любимчиком, фактически младшим братом Элвиса Пресли. Sometimes he used to babysit me. Иногда он был моей сиделкой. And he used to take me out to the fair all the time. Он меня постоянно водил на разные ярмарки. You know, I was just like his favorite kid brother. Я его был любимым братишкой. And then Elvis, after a few years, he was managed by another gentleman named Tom Parker. Через несколько лет Элвис стал работать с другим продюсером, которого звали Паркер. And back in the mid-70s, Elvis started performing in Las Vegas. В 70-е годы Элвис стал выступать в Лас-Вегасе. And he invited my dad for the first performance. И на свое первое выступление пригласил моего отца. And the first question he asked my dad is, he said, "Where is Sean?" И первый вопрос, который он задал моему отцу, он спросил, а где Шон?
And my dad said, well, he's become a Hare Krishna Swami. И мой отец сказал, ты знаешь, он стал с вами Hare Krishna. And Elvis said, Hare Krishna, what is that? И Elvis сказал, Hare Krishna, что такое Hare Krishna? My father said, well, they lead very, very good lives. И мой отец сказал, ну, они ведут очень достойный образ жизни. They're vegetarians, they don't believe in causing violence to people. Они вегетарианцы, они считают, что нельзя причинять насилие. They don't take any intoxication. Они не принимают одурманивающих веществ. And they meditate through sound vibration. И медитирует на звуковую вибрацию. And Elvis said, Bob, I gotta meet up with Sean and find out what this Hare Krishna is all about. И Элвис сказал, Боб, слушай, мне нужно встретиться с Шоном, чтобы узнать побольше о Hare Krishna. But unfortunately, that time I was living in India, and then Elvis, his life finished when he was still a young man. К сожалению, в то время я жил в Индии, и жизнь Элвиса пришла к концу еще, когда он был молодым достаточно. So I guess that's the only way I'm famous. Поэтому я думаю, это единственное, почему я знаменит. Но кроме того, что вы кришнаит, вы еще и йог. Despite of being Hare Krishna, as well you are a yogi, right? Well, we practice bhakti yoga. Мы в действительности практикуем бхакти-йогу. There are many different schools of yoga. Существуют разные школы йоги. There's the hatha yoga school. Есть школа хатха-йоги. And there are different meditational schools of yoga. Разные школы медитации. And we practice the bhakti yoga school, which is the school of meditation through sound vibration and dedication of all of one's lives to the absolute. Я же практикую школу бхакти-йоги. Суть деятельности в бхакти-йоге это медитация и познание абсолюта. So I've been following yogic principles in my life since I was 19 years old. Итак, с 19 лет я следую принципам йоги. I guess that's about 40 years now. Я думаю, что сейчас это уже где-то 40 лет. Ну что ж, мы не будем господина Говинду с вами просить показать какое-то из упражнений йоги, но с удовольствием послушаем. Я думаю, что наши телезрители тоже с удовольствием послушают. Он пригласит шоу не йога, потому музыкальное произведение в вашем исполнении. Well, what generally we have drums and we have Indian cymbals, but today I guess I will just have to sing on my own. Обычно мы поем в сопровождении барабанов, цимбал и так далее, но я думаю, что сейчас я спою без музыкальных инструментов. Actually, it's a type of meditation, so I'll try my best. I haven't done it on television before. На самом деле, это медитация, но я уж постараюсь сейчас медитировать на телевидении. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. How was that? Okay. Очень интересно и умиротворяюще, действительно. Very interesting. We were just in Evpatoria at a Hare Krishna festival. Мы только что были в Евпатории на фестивале Hare Krishna. And there were over 5,000 Krishnites from the Ukraine who participated. And every evening we would have singing meditation sessions like this that would go on for hours. It was very beautiful. На фестивале участвовало где-то 5000 кришнаитов со всей Украины, и каждый вечер у нас проходили такие вечера медитации несколько часов. Chanting mantras help you to find peace and happiness from within. Повторение мантр дает нам возможность ощутить внутри себя счастье и покой. So I say, if sometimes people ask me, what is your mission when you come around? Our mission is essentially we want people to become happy. И если меня спросят, в чем заключается моя миссия, моя задача в жизни, я хочу, чтобы люди были счастливы. Not just the happiness that changes every day, but the happiness that radiates from within your heart. Я хочу, чтобы они обрели счастье, не которое счастье меняется каждый день, а счастье внутри себя, которое не может исчезнуть. Спасибо большое. И мы, в свою очередь, желаем, чтобы ваше желание, чтобы все люди были счастливыми, исполнилось. Your desire that people become happy will come true. We have a gift for you today, Julia. Сегодня, Юля, у меня подарок для вас. Just one moment. Одну секундочку.
Спасибо большое. Thank you very much. This is for you. You're very Спасибо. Beautiful. Вам очень идет. Я могу встать, кружиться уже не буду, но... I will not spin, but...